У студентов праздник каждый день, но этот день весьма особый. И в этот день, идя в родную сень, каждый в ожидании праздника веселого. Так звучат строчки из поздравления студентам Тараклийского госуниверситета. Организаторы не разочаровали учащихся и приготовили торжественное мероприятие – концерт в честь Международного дня студентов. Вие, уважаемые студенты, сценарируете на один много важен этап в свой живот. Вие придобиваете наиценную – това сознание. И придобить эти знания, что вы помогнут, да получите высокие профессиональные умения, да формируете у себе тази специальность, которую вы избрахте. И наш профессорско-преподавательский состав и руководство на университета гордеется от ваших результатов по всички ваши дисциплини и се надяваме, че вие ще продължите с такого оптимистичного настроения да овладявате знания. Кроме поздравления, глава университета вручила грамоты и денежные премии, выделенные директором Молдинконбанка. А сам Дмитрий Сюмбели преподнес лучшим студентам главный гаджет любого учащегося. Вот это был планшет, а вот это стилус. Отметить столь значимый для многих молодых людей праздник пришли и представители городской и районной администрации. Советник районного совета Сергей Ризов призвал студентов к взаимовыручке и приготовил подарок в виде спортинвентаря для будущего спортзала в здании общежития. Со сцены звучали анекдоты, веселые истории студенческой жизни и, конечно же, поздравления. Ну а примар города предложил несколько серьезных проектов, в которых могут участвовать студенты. Сегодня, как говорится, официально мы еще положением обвышим, мы объявляем конкурс на разработку бренда города. Вот тот рисунок или тот логотип, который будет придуман 6 мая. Премия в 300 евро за лучшую работу по генерале Инзе. Генерал-губернатор Бессарабской губернии. Это период переселения. Также в рамках 203-й подготовки к празднованию Дня города. В этот день по традиции студенчества многих стран веселится кто как может. Но не стоит забывать, что история возникновения Дня студента не несет в себе праздничного настроения. Этот день прежде всего призван воспитывать патриотизм, толерантность и духовность молодого поколения. В течение этой недели студенты, молодежь республики проводятся самые различные мероприятия. Это все проводится с целью активизации молодежи, воспитания инициативы в молодежи. У нас был проведен конкурс эссе на тему инициативы молодежи «Будущее Молдовы». Выявлены победители, награждены. От молодежи 21 века зависит будущее всей нашей планеты Земля. И как будут работать, как будут учиться, какими профессионалами будут наши молодые люди – таким будет и наше будущее. Праздник не был бы столь ярким без спонсорской поддержки экономических агентов, администрации учебного заведения района и города. Студентам за различные достижения в учебе и жизни университета останутся на память многочисленные подарки. Но как только праздник завершится, можно и помечтать о следующем Дне студента. В День студента хотелось бы увидеть море, потому что у нас сейчас поздняя осень, холодно, холода, морозы. Хотелось бы перенестись как бы в другой иной мир. То есть, где потеплее. То есть, поехать в Варну, увидеть море, почувствовать, вспомнить, что у нас есть лето и так далее. Хотелось бы, конечно, чтобы было что-нибудь более веселое, например, как вчерашний КВН, и что-нибудь более оригинальное. Я хочу сказать спасибо всем нашим учащимся, нашим моим однокурсникам, за то, что они посвятили нам этот сегодняшний красивый праздник. Нам было интересно. Весело и приятно.